Новости без воды. С вами студенческая редакция. Сейчас резюмируем события недели и расскажем, что мы имеем в сухом остатке. Факт номер один. Завершился Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Факт второй. Делегация Нижегородской области заняла первое место в командном зачете. Это, кстати, наивысшее достижение для региона за все время проведения фестиваля. Осенние дебюты – все. 15 ноября отгремел гала-концерт фестиваля. Первое место занял факультет социальных наук, с чем мы их и поздравляем. Теперь я говорить умею, Белка! Доцент сосновой кафедры, кандидат ореховых наук. Такими комментариями встретили фотосессию белок в парке студенческого городка. Такие милашки. Студенческий совет ННГУ приглашает на квиз StudFam. Игра 24 ноября. Переходите в группу студсовета и регистрируйтесь. Хочу поиграть с вами. В это воскресенье стартует чемпионат мира по футболу. В этот раз в Катаре. В прошлый раз был в России, в том числе и в Нижнем. Россия! Все, больше о футболе я ничего не знаю. Такой была эта неделя. С вами была Маша Ермакова. Почему я не могу сказать свое имя? С вами была я, Маша Ермакова. Со всеми прощаюсь. Пока-пока.